Чтобы посмотреть миссии на новое существо, заходите в миссии, нажимайте ивент. И вот оно. Нужно получить 100 жемчуга, делая различные задания. Прокрутить гачу, морскую, водную гачу 2 раза. Вырастить 3 маленьких или больше существа до 100 лет. Small размер – это второй тир. Существо можно его не выполнять миссию, а купить. Вот он такой маленький, похож на тюленя, тюленя головой, но, как говорят разработчики, это водяная блоха. Сами цыцанки отличаются. Вот он такой маленький, но правда же тюлень, очень похож на тюленя, идол анимация даже присутствует. Вдохновлением для флипли послужили водяные блохи, креветки и немного тюлени. Ктенопфора, такая медузка. Флипли – круглые маленькие существа, которые общаются посредством своих огней в глубинах океана. В самые яркие ночи года миллион существ собираются у поверхности, создавая захватывающее подводное световое шоу. Лежит, крутится в воде. Чё, вперед? Прикольно. И назад. А, он начинает поворачиваться в разные стороны за счет того, что я кручу в разные стороны камеру. Прикольно. Флиппи – это водное существо, травоядное, тайное. Размера, здоровье 1650, урон 60, выносливость 200, время роста 15 минут, вес 1900, скорость плавания 50, скорость быстрого плавания 182, пассивные эффекты это сила в числах, блок фростбайта 10%, блок кровотечения 50%, защитный парализ 1, защитный яд 2, вина, дарт, ослепительная вспышка и ладж. Самое удивительное это то, как он передвигается на суше, посмотрите. И он так и будет все время крутиться. И можно включить анимацию сидения, естественно, но и влажность ему нужно повышать. Закатываемся в воду. И вот оно, вот такое существо. Удачи вам, подпишитесь на канал и пока. Напишите в комментарии, как вам это существо. Очень милый тюлень, блоха.